Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. Пераўтварэнні, якія ўжо адбыліся і яшчэ будуць працягвацца на тэрыторыях, што ўвайшлі ў гарадскую мяжу. У мікрараёне Касцюкоўка прайшла сустрэча мясцовага насельніцтва і ўладаў. Працягваецца рэспубліканскі форум «Скарына і наш час». А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко доручил докладно вызначить межи отказности насельництва за захованность жилевого фонду. Про это он заявил сегодня на республиканском семинаре об удосконалении и развитии жилево-коммунальной господарки краины. По поводу его слов, сегодня у Галине сделано многое в плане снижения собекошту, повышения якости послуг и развития технологий. То, что 66% насельництва республики становча оценивая працу жилево-коммунальных служб, у своем районе, городе, это уже не дренно. Не треба забывать, что амаль треть опытанных дает ее негативную оценку. По значности для насельництва это опытание займают другое место после занятости. И поколь Украине чутная критика у дочинения до системы, супокоиваться рано, подкреслил президент. У мікрараёне Касцюкоўка чыгуначнага района города Гомеля адбылася сустрэча мясцовага насельніцтва і ўладаў. На парадку дня пераўтварэнні, якія ўжо адбыліся і яшчэ будуць працягвацца на тэрыторыі, што ўвайшла ў гарадскую мяжу. Сустрэча ладзілася ў фармаце дыялогу. Размову з насельніцтвам вялі кіраўнік адміністрацыі чыгуначнага района Гомеля Віталь Уткін і дэпутат палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Іван Корж. Яны выслухалі даклады прамоўцаў аб асноўных змяненнях за гэты год. Так, с моменту включения микрорайона Костюковка у городскую мяжу тут не только переименовали в улицы, але и занялись добраупорядкованием зеленых зон и дворовых территорий. Важкий уклад у развития микрорайона унесло открытое акционерное товариство «Гомельшкло», а так само коммерцийные организации, которые открыли шерах новых гандлевых объектов. Активно ведутся работы и по прокладке водопроводных сеток, и по будове помповой станции с двумя резервуарами. «Гомельводоканал» планует выканаць праект па водазабеспячэнні Касцюкоўкі да новага года. Падчас сустрэчы былі агучаны і праблемныя моманты, напрыклад, слабая асабістая ініцыятыва па развіцці мікрараёна з боку аддзела па работе з насельніцтвам Касцюкоўкі. Гэта асабліва важна зараз, калі ў бюджэт закладваюцца планы на наступны фінансавы год. Пры гэтым, як адзначае дэпутат Іван Корж, жыллёва-камунальныя пытанні застаюцца набалелымі. Много вопросов и обращение граждан, когда идет прием граждан, и сегодня у меня был прием. Опять же, вопросы, наверное, больше интересуют людей жилищно-коммунального хозяйства, медицинского обеспечения, пенсионного обеспечения, повышения пенсии, которое ожидается. В палате представителей находится ряд законопроектов, и на осенней сессии будет рассматриваться порядка 30 законопроектов. Стартавала агульнагарадская акцыя, мэта якой навучыць насельніцтва ажыццяўляць запіс да ўрача праз інтэрнэт. Яна будзе праходзіць у паліклініках да канца лістапада. Інфармацыйныя тэхналогіі з кожным годам больш актыўна закранаюць усе сферы жыццядзейнасці. Медыцына не выключэнне. Запіс да ўрача праз інтэрнэт становіцца сусветнай практыкай, якая апошнія 6 месяцаў выкарыстоўваецца і ў паліклініках горада. Гэты спосаб больш зручны, дазваляе сэканоміць час і мінімізаваць чэргі каля рэгістратуры. Скарыстацца такой тэхналогіяй дастаткова проста. Неабходна зайсці на сайт Гомельскай цэнтральнай гарадской паліклінікі і перайсці ў раздзел «Запіс да ўрача». Пасля абраць неабходнага спецыяліста і дату прыёма. Больш падрабязную інфармацыю дадуць кансультанты ў паліклініках абласнога цэнтра. У будніе дні з 18 до 20 гадзін, у суботу з 9 до 14. Готовы ўдзеліць максімальна неабходзімае нужнае время для того, чтобы пациенту рассказать, показать, научить, с ним еще раз пройти этот путь. Потому что мы в первую очередь заинтересованы в этом. Более того, мы на сегодняшний день четко для себя понимаем, и наша цель, которую мы хотели бы достичь по итогам окончания 2017 года, это чтобы практически 50% записей на прием у нас осуществлялось использование интернет-технологий. О перспективе про интернет будзе ажыццяўляцца не толькі рэгістрацыя на прыём да ўрача. Гамельчане змогуць у рэжыме онлайн атрымаць выпіску альбо медыцынскую спраўку.
У Гомелі працягваецца рэспубліканскі форум «Скарына і наш час». Месцам яго правядзення стаў дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны, дзе праводзіцца значная работа па святкаванні 500-годдзя беларускага кнігадрукавання. У дзень адкрыцця форума ўдзельнікам паказалі спектакль, падрыхтаваны выкладчыкамі і студэнтамі ўніверсітэта. Пастаноўку паглядзелі і нашы карэспандэнты. Лекции для насельніцтва, выступлені ў працоўных калектывах, конкурсы на лепшае выкананне вершаў, якія прысвечаны знамінальнай падзеі, плюс падрыхтоўка энцыклапедыі Францыск Скарына і напісання мастацкіх твораў аб вялікім асветніку і друкары, па аднаму з якіх нават спектакль паставілі «Спакушэнне Скарыны», аўтар прафесар Іван Штейнер. Ён са сваімі талентамі мог бы стаць паспяховым камерсантам, мог бы стаць багатым чалавекам і жыць без клопату, аднак ён выбірае іншы шлях, надзвычай складаны, але адказны шлях, ён хоча несці асвету свайму народу. Вельмі доўга я над гэтымі праблемамі разважаў, і якраз мой увесь вопыт жыццёвы спатрэбіўся для гэтага, каб расказаць па-свойму іменна, арыгінальна. П'еса прадстаўляе асобу Францыска Скарыны інакш, чым вядомы ўсім літаратурныя тэксты. Тым больш, што вобразы і рэаліі 16-га стагоддзя мадэрнізаваныя, а сучасная лексіка выкарыстоўваецца разам са старажытнай беларускай. Выканаўца галоўнай ролі Аляксандр Скідан кажа, што артысты не імкнуліся стварыць класічны вобраз Францыска Скарыны, а паспрабавалі ўявіць, які мог быць знакаміты асветнік. Урэшце, гэта яшчэ адзін погляд на гісторыю Беларусі ў цэлым і кнігадрукаванне ў прыватнасці. Мы, конечно, не сильно приближались, потому что не знаем, какой он был сам по себе человек, и этот, но старались показать, какой он мог быть или, может, он таким и был. Республиканский форум «Скарына и наш час» протягнется до 21 листопада. А проча пленарного посяджения запланованы открытие Скарыновского кабинета и работа интерактивной историчной пляцовки. Олег Сентюров, Настасья Кучинская, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Калі б камні маглі гаварыць, урок мужнасці пад такой назвай прайшоў у Гомельскім дзяржаўным каледжы мастацтваў імя Сакалоўскага. Яго выкладчыкамі сталі ветэраны вялікай айчыннай вайны, працы, узброеных сіл і праваахоўных органаў. Гэтую сустрэчу прысвяцілі надыходзячаму 75-годдзю Сталінградскай бітвы, якая стала пераломным момантам у вялікай айчыннай вайне і вызначыла яе пераможны зыход для савецкай арміі. Вядома, што сярод сведкаў і ўдзельнікаў тых баявых дзеянняў былі і гамельчане. На жаль, на сёння сотняў чалавек не засталося амаль нікога. Аб прыкладах мужнасці тых салдат расказала кіраўніцтва ветэранскай арганізацыі Гомельшчыны і непасрэдна ветэраны. Слухачамі сталі паўсотні чалавек, студэнты каледжа мастацтваў імя Сакалоўскага і кадэты Гомельскага гарадскога кадэцкага вучылішча. Дарэчы, такія ўрокі мужнасці ў навучальных установах Гомельшчыны праходзяць пастаянна. І гэта не толькі метад патрыятычнага выхавання моладзі, але магчымасць расказаць ёй аб сапраўдным мінулым яе краіны, аперуючы ўспамінамі тых, хто сваімі подзвігамі асабіста і пісаў гісторыю. К сожалению, в последнее время развелось очень много псевдоисториков, которые фальсифицируют итоги Великой Отечественной войны. И мы стараемся во время подобных мероприятий доводить, что это неправда, что победа во Второй мировой войне и Великой Отечественной войне, как называется в нашей стране, досталась благодаря именно советскому народу. Проникаются ребята. Если сначала, можно сказать, они, может, несколько так отвлеченно относятся к этому, но после проведения подобных мероприятий они совершенно другим взглядом смотрят и на ветерана Великой Отечественной войны, и на всю нашу историю. В первую очередь вообще интерес. То есть я в кадетском училище очень обожаю историю. Очень хорошо я знаю. Мне всегда интересно очень слушать ветеранов. То есть я узнаю для себя что-то новое. Но в книгах часто не пишут то, что они рассказывают. Глядя на пример своего дедушки, который прошел Великую Отечественную войну, дошел до Берлина, я решил стать военным, продолжить эту стопу. Газета «Сушка» Гомельскага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта імя Сухога адзначыла сваё 20-годдзе. Наш корэспандэнт Ганна Кавалёва высветліла, як пачыналася гісторыя адной з самых паспяховых студэнцкіх газет Гомельшчыны, што яна ўяўляе сабой сёння і як склаліся лёсы тых, чыёй рукой былі напісаныя першыя старонкі выдання.
Життё в НУ, науковые новины, фоторепортажи, анонсы головных мероприемств и многое иншее. На 16 полосах самое яркое и цікавое. Студентская газета с потешной назвой «Сушка» имеет довольно серьезный список узнагород и досягнений. За 20 годов она не раз была признана лепшим выданием у своем роде. Причем у масштабах всей Украины. С момента заснования до выпуску газеты приклали руку больше за 1000 студентов. Сегодня же напрацаваны за 20 годов имидж подтримливают 2 редакторы и 10 человек – фотографов и корреспондентов. По профессии это будущие инженеры, программисты, маркетологи и экономисты. Однако, не глядя на выбор техничной специальности, все они уже зараз робят уполненные круги у журналистицы. У нас постоянно идет развитие в газете, мы постоянно привлекаем, как бы сказали, новую кровь, новые идеи в газету. Студенты приносят всегда идеи нам, интересные какие-то. Мы всегда работаем на одной волне со студентами, с нашей молодежью. Цікаво, что именно студенты колисти и выступили с идеей створения этой газеты. Там у теперешнее поколение редакции до истории «Сушки» ставится с великой повагой. До этого часу тут заховали самый первый номер газеты. У отрознения от сучасной «Сушки» он черно-белый и складается усяго с двух сторонок. До речи, есть масса прикладов того, как за 20 годов студентские газеты меняли назву. За этот час изменилась назва и самого университета имя Сухого. А вот имя газеты, которую створали у его стенах, засталось першопочатковым, хоть на момент створения и было несколько вариантов. Ну, спрашивают, почему «Сушка»? Ну, потому что мы тогда, как сказать, гордились своим брендом знаменитого авиастроителя Павловича Сухого. Ну, и поэтому вот это «Су», оно пришло сразу. Добавления там разные были, или варианты разные были. Даже мы что-то выпускали, кто-то предлагал, давайте совсем студенческое, «Сухарик». Но потом, когда подумали, ну, мы все-таки тиражируем не только для себя. Поэтому вот остановились на «Сушка». Теперешний коллектив газеты не только занимается журналистской працей, але и является инициатором молодежных конкурсов и акций. В угле все головные студентские мероприемства проводятся миновито «Сушкой». Сегодня газета уже вышла за рамки традиционного друкованного выдания. Яна стала серьезной творчей пляцовкой, а для когости и стартом у будущую профессию. Наглядный приклад – Ирина Черняуская. Девчина колисти и сама училась у техничном университете имя Сухого и сегодня могла быть поспяховым инженером-механиком где-нибудь на лицейной вытворчести. Але лёс распорадился инакш и поплывала на гэта як раз таки газета «Сушка», редактором якой Ирина и была у студентские годы. Сегодня яна уже вядомы журналист, намесник галоўнага редактора газеты «Гомельские ведомости». Хотя кажется, что такое студенческая газета, это для кого-то это просто вкладыш. Я сама училась в университете Сухого, и для меня учеба просто так учиться, это было скучно. И, наверное, именно «Сушка» меня и привлекла. Она разнообразила жизнь студенческую, раскрыла во мне многие творческие потенциалы. У нас была достойная, хорошая команда, мы до сих пор общаемся. Многие люди благодаря «Сушке» понаходили семьи, и это очень тоже трепетное и важное для нас было. Ну и пожелать не останавливаться на достигнутом, продолжать побеждать, как мы и раньше побеждали, и радовать университет, находить достойных людей и развиваться. Ганна Ковалева, Яуген Макеенко, телерадио компания «Гомель». На заходе апошние теплые деньки, а значит самый час утепляться. Якая шуба грея лепш? Як утеплить свой дом и выбрать правильные двери? Чому бабулины шкарпетки заусёды теплейшие? И як застерахчися от межсезонного стрессу? На «Беларусь-4» у программе «Добрый вечер, Гомель» промирают футры, выбирают двери, вяжут шкарпетки, греются горбатой и вспоминами. Глядите «Добрый вечер» сегодня у вечера у 20:40 на «Беларусь-4». Долучайтесь до размовы 34-22-43. У вежи палаца Румянцевых и Паскевичев открылась выстава «Революции у истории человечества». На ней представлены уникальные выдания из особистого фонда установы и отдела редкой книги Гомельской областной универсальной библиотеки имя Ленина. Экспозиция презентована в рамках масштабного проекта, присвеченного 100-годию Кастрычницкой революции. Меж тем, история человечества ведая немало инших, немало значных для лёсов народов свету революционных узрушений. Нидерландская революция 16-го стагоддзя, англійская 17-го, Великая французская революция. Менавіта таму на выставе можна сустрэць рэдкія працы вядомых дзеячаў, якія вяршылі гэтыя падзеі або былі іх непасрэднымі сведкамі. Таксама у экспазіцыі прадстаўлены шэраг даследаванняў, прысвечаных рэвалюцыям, якія адбыліся ў розных краінах у розныя эпохі. Выставу складаюць больш як 150 твораў, большая частка з якіх сапраўдныя жамчужыны кніжнага мастацтва, мініяцюрныя выданні.
Ленин. Представлено на выставке более 150 произведений, из них большую часть составляют как раз миниатюрные книги. То есть помимо интересного исторического содержания, они еще и представляют собой шедевр оформления книги. Это маленькие книжечки с изумительными иллюстрациями, крошечным шрифтом, суперобложками, в маленьких коробах. В общем, здесь есть на что посмотреть, даже если вас не интересует революционная тематика, но интересует просто красота книги как предмета искусства. Гэта, а так само іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайте у інтэрнэце па адрасе www.tvergomil.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць мой калега Максім Савін.